популярная поп-певица Юлия Павлова стала терять былую славу и любовь слушателей. Если совсем недавно ее песни звучали чуть ли не на всех радиостанциях, а клипы показывались по телеканалам, то теперь об этом ей приходится лишь вспоминать. Продюсеры Павловой, чтобы вернуть ей былую славу, придумали пиар-ход в виде свадьбы Юлии с молодым дарованием, подающим большие надежды. Правда, перед свадьбой с музыкантом Ромой продюсеры говорят, что певица, которая уже далеко не юная девушка, посетила клинику пластической хирургии, которую возглавляет доктор Данила. Юлии ничего не остается, как отправиться для омоложения под нож пластического хирурга. Во время операции она чуть не отправляется на тот свет. Данила понимает, что не сможет завершить изменения во внешности женщины в установленные ему сроки, так как Юле нужно время на реабилитацию после хирургического вмешательства. Однако законы шоу-бизнеса суровы, время поджимает, ведь продюсеры терпят убытки, теряют целое состояние. Не предупреждая Павлову, продюсеры находят ее двойника, певицу из подземного перехода по имени Женя. Девушка должна заменить Юлю не только на сцене, но и в реальной жизни.